В этой недельной главе мы видим многие пророчества. И понимание, которому мы должны вернуться. Как мы прочитали в 47 главе, что Яков был уже слаб, и он уже был перед смертью. Он позвал своего любимого сына Иосифа, и он сказал: «Поклянись мне, что ты не оставишь мои кости здесь, в Египте, и возьмешь их в землю Хананскую». И потом в 48 главе, написано: «После того Иосифу сказали: вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема». И мы видим, что когда он услышал, что его отец ослабел и стал болен, он взял своих двух первенцев и побежал к нему. И можно понять, почему он двоих своих старших сыновей взял. В третьем и в четвертом стихе написано: «И сказал Иаков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». Как только Яков встречает Иосифа, он открывает ему то пророчество, которое Бог дал ему о том, что этот народ размножится и будет многочисленным. Он показал ему, что Бог сделал уже и как это исполнилось. Как уже написано, как мы прочитали в 47 главе, в 27 стихе: «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели ею, и плодились, и весьма умножились». Они очень умножились. И что интересно, что он пишет в конце этого стиха: что я землю сию потомству твоему после тебя дам вечное владение. Это в 4 главе, в 4 стихе 48 главы. Что Бог обещал обетованную землю, это земля Израиля, не та египетская земля, в которой они умножились. И потом в 5 стихе: И написано: «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои». И Яков почувствовал в духе, что двоих сыновей Иосифа, которых он даже не видел, когда они родились, он хочет усыновить, чтобы они были как будто среди его сыновей. И это не просто еще два ребенка, которых он как бы усыновил, но он поставил их на уровень своих наследников, своих первенцев. И мы потом поймем, почему он это сделал.
כן, ואז כתוב, ומולדתך אשר מולדתיך אחריהם, לך יהיו על שם אחיהם יקרא בנחלתם. И написано באיזה פסוק? Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Он их не то чтобы дает им свою принадлежность, как свои, своих детей. Он вывел им это нахала, он вывел им афилу маком, кмо ялдим шелу. Он дает им наследие, как своим детям. ולא ראינו דבר כזה שסבא מעביר לנכדים, מה שאנחנו רואים שתמיד האבא מעביר משהו לילדים. И мы не видели такого, чтобы дед передавал что-то своим внукам. В основном наследство передает отец своим сыновьям. ואז פסוק 12-15. И потом с 12 по 15 стихи. ויברך את יוסף ויאמר אלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק ואלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф их обоих, Ефрема, и правую руку свою против лева Израиля, и Манасию в левую против права Израиля подвел к нему. כן, אז בעצם Иосиф, הוא ממהר להביא ליעקב את שני ילדיו. Иосиф очень торопится своих двух сыновей представить Якову. ואפילו יש לו סדר מיוחד שהוא מגיע אליו. Даже он выбирает определенный порядок, каким образом он подходит к нему. כמו שאמרתי, זה לא היה נהוג שהנכדים יבואו לקבל ברכה מה... Как я уже сказал, не было в обычае, чтобы дети, внуки получали благословение от дедушки. Но Иосиф увидел в этом нечто могущественное и сильное. Поэтому он своего сына, который был первенец, подвел и к правой руке Иакова, а младшего к левой руке. Чтобы правая, которая считается более сильной рукой, благословила первенца, чтобы у него было больше. И потом написано, что он благословил Иосифа и сказал, что Бог, перед которым ты ходишь, чтобы он всегда был с тобой. פסוק 16. מלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידאגו לרוב בקרב הארץ. אז בעצם הוא אומר שהמלאך שהלך כל הזמן איתו, и написано в 16 стихе: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих Авраама и Ицхака, да возрастут они во множество посреди земли». То есть Яков сказал, что тот ангел, который всегда сопровождал его, чтобы он сопровождал этих детей. И как я сказал, он подвел своих детей в определенном порядке, чтобы первенец получил благословение первенца, а второй получил свое соответствующее благословение. И тогда мы видим, что Яков сделал, он просто поменял свои руки. ואז יוסף שם לב לזה, ואז הוא אומר בפסוק 17. И Иосиф обратил на это внимание, он в 17 стихе сказал. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и он взял руку отца своего, чтобы переложить ее на голову Ефрема, с головы Ефрема на голову Манасии. פסוק 18. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку. ופסוק 19. И в 19 стихе. וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם
וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלא הגויים. Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». אז כמו שרואים שיוסף שם לב וממהר להחליף מהר את הידיים, כי כנראה יעקב לא רואה טוב, אולי הוא יתבלבל. И как мы видим здесь, что, скорее всего, Иосиф подумал, что Яков плохо видит, или он уже просто перепутал что-то, и он хотел поменять его руки. Но Яков сказал: «Нет, я знаю, что я делаю», несмотря на то, что он уже плохо видел, Бог вел его, как ему было угодно. И тогда он благословил двоих сыновей Иосифа. ולאחר הברכה שהם קיבלו, и после того, как они получили благословение, שמים לב שהבכור לא מתמלא בשום קנאה כלפי הצעיר. Мы видим, что первенец не исполняется зависти к своему младшему брату. А младший брат не исполнился никакой гордости по отношению к своему старшему брату. Они получили это благословение с полным Божьим пониманием. אפשר לשים לב למה היום מברכים את הילדים כמו מנשה ואפרים. И до сегодняшнего дня мы благословляем своих сыновей как Ефраима и Менаше. אותה הסיבה שהם היו ענבים והם הבינו, הם קיבלו את מה שהם היו צריכים לקבל. По той же причине, что они ходили в смирении, и они получили то, что Бог приготовил каждому. ואז פרק 49. И потом идет 49 глава. ישראל אוסף את כל ילדיו. И Яков собирает всех своих сыновей. И он пророчествует им, что случится в последние дни. И благословляет их. Потом он отходит к своим отцам. В 50 главе написано, что они собирают всю свою семью, и много народа идут для того, чтобы похоронить Иакова. Иосиф просит у фараона разрешения пойти исполнить клятву, которую он дал своему отцу, похоронить его в земле Ханаанской. Фараон разрешает, они идут, хоронят его и возвращаются назад. И что интересно здесь увидеть, что Иосиф понимал, что он не оставит Египет. И почему он так торопился до того, как Яков умрет, привести к нему своих детей? Для того, чтобы они не остались в Египте, для того, чтобы они были часть обетования Бога. Мы понимали, что просто в силу своего статуса он не мог оставить фараона, и он должен был остаться в Египте до конца своих дней. Несмотря на то, что он очень хотел уехать. И в 50 главе Иосиф видит будущее. И он пророчествует своим братьям, что Бог искупит их и вернет их в землю обетованную. И написано, что заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову».
ויוסף מבקש גם שאיך שהם יצאו, הם ייקחו את העצמות שלו איתם. И также Иосиф, подобно своему отцу, говорит, Бог посетит вас и вынесите отсюда мои кости. אז רואים שיוסף לא שכח את ההבטחה שאלוהים הביא למשפחה, הביא לישראל. Мы видим, что Иосиф до конца жизни не забыл то обетование, которое Бог дал его семье и народу Израиля. הוא רצה מאוד לחזור, אבל לא יכל כי היה כבול. Он очень хотел вернуться, но он не мог в силу обстоятельств. ובגלל זה הוא הביא, נגיד ככה, הביא לאבא שלו את הילדים שלו כמו ילדים בשבילו. И поэтому он своих детей отдал своему отцу, чтобы они были его детьми. Чтобы они продолжили его род в этой стране. И можно вынести отсюда очень интересный урок. Мы можем жить там, где нам угодно. Может быть, нам будет хорошо в каком-то другом месте, но это не то, что Бог обещал нам. Может быть, это хорошо в самом начале, но потом мы видим, что произошло, когда поменялся фараон, и они вынуждены были бежать обратно в землю ханаанскую. И поэтому, будучи евреями, очень важно жить в той земле, которую Бог обещал нам. Аминь.